идеальная комиссия это рассматривает института и, соответственно, идет назначение социальной поддержки. В КСК КФУ «Уникс» прошел обучающий семинар для начинающих кураторов академических групп, организация и проведение школы молодого куратора академической группы. В этом учебном году молодые преподаватели и сотрудники университета, помимо своей основной деятельности, будут выполнять обязанности академ-руководителей групп. То есть первое, вы должны сказать студенту, что это все будет происходить при наличии места. Первое, что делает студент, уже не в личном кабинете, а на листочке А4 пишет заявление и несет его в личную бытовую комиссию. Модератор семинара, директор департамента по молодежной политике Юлия Виноградова в своем вступительном слове подчеркнула важность кураторской деятельности для студентов. Подробно рассказала о деятельности департамента по молодежной политике в этой области, о возможностях разных структур оказывать помощь кураторам и студентам. Он пишет, что прошу переселить меня в связи там, с тем-то, тем-то, и, соответственно, то есть, допустим, куда указывает? В деревню, Универсиады. Все. И дальше, если место есть, то его переселяют. Делается приказ, и на основании приказа он переселяется. В ходе мероприятия молодые кураторы смогли обсудить проблемы и вопросы, которые возникают в их деятельности, поделиться с коллегами личным опытом и успешными методиками работы. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.